Эти кадры были сняты 3 года назад. Тогда в деревне Доброславка Пинского района произошла страшная трагедия. Пожар унес жизни 3 человек, 2 из них – дети. Об этом спасатели говорят до сих пор, приводя несчастный случай в качестве примера того, к чему приводит человеческая беспечность. Порой она не знает границ. Правила поведения при чрезвычайных ситуациях должны знать дети всех возрастов. Первыми лекцию в рамках республиканской акции прослушали кружковцы Центра творчества детей и молодежи. Здесь собирается различная категория детей, различный возраст, от малых лет до больших. Поэтому тут дети разные, и в разных школах учатся, в разных заведениях, не только в городе, но и в районе. И здесь скопление большое людей, плохо, что туристы уехали, в походы ушли. Фильм о пожаре, где погибла большая семья, посмотрели и дети, и руководители кружков. Одна из причин несчастных случаев, нередко со смертельным исходом, — детская шалость с огнем. Прежде всего, это то, что они оставлены одни, без присмотра, это, как и есть, является первая составляющая. А вторая составляющая есть то, что родители не обучают детей или не рассказывают им, что с огнем игры противопоказаны. И третья причина — то, что они остаются сами и гибнут они в причине по вине взрослых. То, что они их оставили одних дома, это первое. И второе — то, что их закрывают на замки снаружи. На этой неделе сотрудники МЧС Беларуси побывают в каждом учреждении образования, где с детьми проведут профилактические беседы и покажут фильмы на противопожарную тематику. Завершится республиканская акция 1 июня.